сбором готов? Конечно. Основной наш конкурент какой? Во-первых. Что мы сделаем с ними? Будем просто обыгрывать. Запикаешь. Ну, в целом, как ощущаешь, процесс подготовки походит плодотворно? Да, конечно, интересная схема. Сейчас начали новую схему. Чувствуются нотки итальянского футбола, да? Да, Италия. Тяжело? Да, конечно. Ну, перестраиваться, да. Пытаюсь защитников, а так раньше 4 играть. Ну, получается. Ну, ребята как-то нас справляются? Да, да, все нормально ходят. Тренер за нас, понятно. Капитан, как проходит процесс подготовки ко второй части первенства? Хорошо проходит процесс подготовки ко второй части. Как отдохнул? Нормально. Где был? Что делал? В своем городе проводил время. Готовился просто ко второй части чемпионата. Ну, никуда не уезжал за границу. Не получилось. Но у себя дома тоже хорошо отдохнул. Нотки итальянского футбола чувствовали сегодня? Ну да. Сложно привыкнуть к новым требованиям? Ну, конечно. Перестраиваемся тоже. Готов ко второй части? Да. Разрывать всех в каждом матче? Да, забивать тоже. Рон, как тебе новые требования? И расскажи, как проходит процесс подготовки ко второй части сезона. Требования мне очень понравились, но это лучше, чем было. Лучше отдыха. Угу. До начала. Как отдохнул? Хорошо. Чем занимался? Тренировались. С кем? Парень, с коллегами. Сегодня были замечены на тренировке? Ну, только схема в три защитника, так. Непривычно? Ну, новые требования вообще. Как-то. Да, да. Ну, не знаю, мне кажется, если мы будем хорошо работать, это принесет свои плоды, и мы будем показывать хороший результат. Что делал в перерыве? Чем занимался? Отдыхал? Летал куда-то? Не, никуда не летал, дома был с родными записками. Тренировался сам, ходил на поле в тренажерку. Турнички, брусья, отжимания. Что нужно сделать нам на второй части чемпионата, чтобы занять первое место и выйти в клубную лигу? Ну, я думаю, просто идти, как шли, без поражений, только победы. Забивать много, мало пропускать, и все будет нормально.